И не в ту сторону. Поэтому разлинодушись, вот когда ты обнимаешь. Сейчас на время ремонта Дома культуры, постоянной базы и родного дома коллектива, он расположился в кинотеатре «Искра», сцена которого не театральная. Но, несмотря на неудобства, артисты под руководством режиссера, заслуженного работника культуры Московской области Ларисы Гейлис в творческом поиске и порыве. Одна из новых постановок – пьеса «Голубцы по объявлению». Легкий ироничный сюжет этого повествования о семейных взаимоотношениях, когда женщина бывает приходит в отчаяние от невнимания мужа. Он прежде всего мужчина, которых, наверное, не так мало среди 40-летних, который мало времени уделяет своей жене, много времени уделяет друзьям и гаражу. Собственно, из-за чего и платится в итоге, но кончается все всегда хорошо. На себя спектакль все кончается хорошо. Основная направленность театра – комедийный жанр. «Голубцы» – не исключение. Кирилл Музалевский, исполнитель главной роли, более 16 лет отдает свое свободное время игре на сцене. Раньше приходил там просто там с ребятами потусоваться, пообщаться. А сейчас это уже как-то так вросло в тебя, что я просто себя физически как-то здоровее чувствую. После того, как на сцене здесь отторабаним, какой-то общий тонус, он повышается. Театр «Твит» живет и радует жителей своим творчеством вот уже 40 лет. Многие актеры, однажды прикоснувшись к удивительному миру лицедейства, не покидают его долгие годы. Я 20 лет шел к этому и 20 лет уже в театре. Какой ролью пришлось долго работать, мучительно, но в итоге она получилась? Да чем проще роль, тем сложнее работать. Вот чем ближе персонаж, тем меньше хочется его в нем себя показывать, тем сложнее работать. В спектакле заняты и артисты, которые в коллектив влились совсем недавно. Будучи суфлером, своей роли ждала Оксана Карпенко. Маргарита Курникова тоже дебютантка. Волнения нет, потому что, в общем-то, я в юности занималась в театральном кружке, играла в школе и в пионерском лагере в спектаклях, поэтому как бы для меня это не совсем новая вещь. Но интересно, пьеса интересная, роль у меня очень такая характерная. Спектакль «Голубцы по объявлению», который пройдет в кинотеатре «Искра», создаст зрителям хорошее и праздничное настроение. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».